Смотри, короче, какая штука, пацаны. Во. Это глинтвейн. Сейчас. Запах. Я вчера купил эту штуку. Для горла сделали. Вчера. Мне прям в кушку. Такую обычную. Во. Сейчас разогреется. Ну, он закипеть должен или просто разогреться? Ну, хотя бы горячее, чтобы было. Ну, кипить не надо. Мне. Чтобы погорячее, чтобы было. Да не, он сегодня не будет. Свекла тебя смущает? С кино. У меня и так не очень тут в животе. Да, тут на линтвейн, потому что не надо. Наоборот, он терпит хорошо. Конечно. Он крепит. Да? Конечно. Лекарство. Бухло слабит, но я бы не сказал. Если это будет терпкий. Горяченький глинтвейнчик, да. Как-то я не плачу на Гончарова коммуналку, но хорошего. Я все плачу. Да? Они лучше знают, ты с ними не спорь, они все знают. Да. Ой, какой приятный. Попробуешь глоточек? Да, просто попробуй один. Не хочу. Не хочешь?